Екатеринбургских хоккеистов в Челябинске сразила кишечная инфекция. Команде «Автомобилист» пришлось отменить сегодняшнюю игру с соседским трактором из-за болезни 7 спортсменов. Под большим вопросом и следующая выездная встреча с тольяттинским клубом. Сейчас приедем в Тольятти, посмотрим, кто в каком состоянии, как все это будет. Сложно сказать, честно говоря, мы в такой ситуации никогда не были. Игрок мы отправили в Екатеринбург, что они там хуже, чем остальные, а некоторые, которые более-менее, мы надеемся, что они, может быть, к игре в Тольятти очухаются. У пострадавших уже диагностировали вирусную инфекцию, кто-то заразился, другие подхватили. Слегли в том числе и вратари, без которых играть просто невозможно. Из 7 трое хоккеистов все же согласились лететь в Тольятти на игру, которая состоится в среду. Спортсмены находятся под наблюдением инфекциониста, и менеджеры клуба надеются, что они к этому времени встанут на коньки. Ведь перенести еще один матч даже по болезни не получится. Что касается отмененной игры с трактором, то она состоится 18 января.